Евангелие от Матфея, глава 19. Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы все оставили и последовали за тобою, что же будет нам?» И Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий, на престоле славы своей сядете и вы, на 12 престолах, судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Очень хорошее такое слово, и я для себя опять выявил такие два таких тезиса, о которых я хочу вам сказать. Но важнее, конечно, всего это сама тема, да, незаслуженная милость. Хочу вам привести один очень такой, с одной стороны хороший пример, с другой стороны плохой. Пример из моей жизни. Вот у нас тут гости, вы видите, да, вот Марку есть, вот. И он тут очень много, они проводят со своей супругой, тут проводят такие лагеря для взрослых. И я помню, один лагерь был. Перед началом лагеря мне сказали, что тебе надо будет провести библейский час. И я весь такой мудрый поп подобрал нужные фразы, вывел тезисы, чтобы все сидели и слушали внимательно. О любви что-то сказал Христовой, так, о Боге. Мы ждем лагерь. Раздается звонок мне. «Слушай, к тебе туда человек едет один. Весь грязный, вонючий, вшивый. Ты давай его отправь обратно. Вот он приедет, а ты что-нибудь придумай, снаряди его и обратно. Чтобы вас-то не заразили там». Я, как нормальный человек этого мира, заботясь о тех, кто будет в лагере, согласился с этим тезисом. И я начинаю людям говорить, финнам говорю, что слушайте, надо это, вот сейчас приедет, надо как-то снарядить и давать его обратно. Во избежание, да, чтобы другие не оказались в такой же грязи. И тут Бог проявил невероятную милость по отношению ко мне и просто раскрыл глаза. С ними была такая девушка, ее зовут Ирина. Я там в столовой стою, разговариваю, говорю, что вот сейчас приедет человек, надо как-то так машину как-то там, что-нибудь увезти его. Она мне говорит такую вещь. Внимательно. «И где здесь выполняется заповедь? Возлюби ближнего». Вот как только она мне это сказала, собственно, совесть меня устыдила. И ты сейчас будешь людям рассказывать о том, что Бог любит вас, о милосердии Божьем. И человек вдруг немножко не такой, как ты, лишь потому, что на нем есть не такая чистая одежда. И как бы Бог сказал, ты внутри еще более вшивый, еще более вонючий, еще более грязный, нежели он внешне. Потому что ты поступил с лицеприятием. Почему так происходит? И этого очень много в мире. Вот таких вещей невероятное количество. Мы с вами треплемся о любви, мы говорим о Боге. Мы себя, а я как в самом начале сказал, принадлежность какой-то церкви. Но как много вот этого примера, о котором я сказал, есть в нашей жизни. Почему так? Потому что я забыл в какой-то момент, что, Андрюш, 10 лет назад ты был таким же бомжом. И ты тоже бродил по улице. И у тебя была одна сумочка, в которой были маечки, носочки и трусики, чтобы переодеться хотя бы.
И ты забыл, как ты пришел в церковь, и люди не побрезговали тобой. И которые тебе рассказывали о Христе, и приняли тебя, и ты сидел с ними за столом и кушал. И я помню, был момент, когда я даже там ночевал в церкви. И никто не сказал тебе: фу, Андрей, как от тебя воняет, или какой ты такой. Ты очень быстро забыл об этом. Ты забыл о том, что кто-то был милосерден по отношению к тебе. И так, и такого, вот такой, знаете, вот такой грязи очень много в нашей жизни. Мы очень быстро забываем, а может быть, даже никогда и не пережили эту милость. Мы очень быстро предаем и очень легко отказываемся от того, да, что нам говорит Христос. И мы теперь сами становимся, сами определяем, как правильно, как по-божески поступить, а как не по-божески. Вот этот человек приехал, да? Но слава Богу, что случилось потом дальше. Мы решили его отмыть. И я помню, нам помогали даже. Помогали средствами. Вот у нас сидят. Настя привезла нам. Аня, спасибо тогда вам. Мы сделали по-другому. Мы могли его взять и отправить, чтобы он не мешал. И трещать о любви вот здесь. Вот. Простите меня за выражение. Но Бог через эту девушку сказал: слушай ты, иди стопи баню. И пусть он, может быть, за последний год, который он прожил, первый раз помоется. Обработай его и дай ему одежду. И покорми, и пусть он сидит здесь в тепле, слушая о Божьей любви. И когда ты это сделаешь, и когда ты ему скажешь о Божьей любви, он будет в это верить. Потому что через твой поступок он видит, что да, вот она, Божья любовь проявлена. Но если ты его отправишь, то он идет в этот мир и вдруг понял, что там в церкви говорят о любви. Но почему-то поступили по-другому. И он пойдет в этот мир, и когда услышит очередной раз о Боге, скажет: ну да, я знаю, но я не подхожу по категории, вот в ту категорию верующих людей. Потому что я вот такой вот. Это первый тезис. Второй, что я бы хотел предложить для размышления, это фраза Петра: что мы будем в итоге иметь. Да? Помните, я вам сейчас прочитал, что Петр сказал Христу: вот мы все оставили ради тебя, и что же мы будем иметь с этого, скажем по-русски? Какая человеческая фраза? Верить в Бога, чтобы что-то обломилось или что-то не случилось? Такой вопрос риторический. Что в этих словах такое особенно главное? Да? Когда человек задается таким вопросом: что я буду с этого иметь? Во всем этом, кто главный? Кто центр всего этого? Человек и его желание. Фраза Петра: «Я все оставил ради тебя, что же я наследовать буду?» Фраза эгоиста, человека, который потребляет Бога и использует Бога как такой сити-маркет. Да? Вот я в тебя верю, что же мне теперь обломится с этого? Второй пример – тоже на эту тему. Мы говорили в прошлом воскресенье, и в какое-то воскресенье, не помню, что у автомобилистов особенно, да, это принято. У кого машина есть, да, они там иконки ставят. Тоже фраза. Я иконку-то поставил в машину, значит, я там могу жить, как хочу, да, там, слушать матерные песни в машине, да, там, сидеть там, матюгаться, да, в машине, там, еще что-то там, там, было время там, такая тоже была вещь у меня. Но при этом я иконку поставил, да, вроде бы, значит, как-то я у Бога ублажил. Может быть, что-то не случится со мной. Очень хороший пример, да? Я же вроде как-то с Богом нормально все, да? Значит, что-то не должно со мной случиться. Ничего, что я там бухаю в машине, еду там куда-нибудь блудить или еще что-нибудь, да, такое. Вот иконка стоит, все нормально, значит, все хорошо. Вот это такая ужасная вещь, и фраза Петра тоже. Что мы будем иметь с того, что мы в тебя поверили? Во-первых,
Это не вы поверили. Это я вас привел в веру. Если мы думаем, что мы верим в Бога для чего-то, то, наверное, в нас веры и нет. Мы верим в свои желания. И просто используем Бога. Вернусь в тот пример. Пример с блудницей Марией. Что она хотела от Христа? Ничего. Он был центром для ее жизни. Не то, что он говорит, и не то, что правильно он какие-то слова говорит, а там, как правильно Бога понимать. Не это было главное. Центр ее желаний был он сам. Христос. Вот. Но в нашей жизни тоже очень хорошо это видно. Что центром наших отношений с Богом является? Мы сами. То, что мне нужно. Заработать, устроиться, поменьше бед со мной, с моими близкими. Иконки в машинах, крестик на шее, еще что-нибудь такое. Но все-таки центр – это мы. И наш эгоизм, и наше злое сердце. А должно быть наоборот. Верить надо не ради самой веры. Основанием веры – это Христос. И верить не для того, что где-то что-то меня обломится, и что рай обязательно будет для меня. Не для этого. Центр нашей веры – это Христос. И вот я теперь подхожу к этому моменту. Но чтобы это стало, знаете, слово «взаправду», надо пережить этот момент милости. И мы много молимся о том, что там, дай Боже, там, детям в Африке хлеба, там, мир всему миру, мозги правительству, и пониже тарифы на ЖКХ и высокие пенсии и зарплаты. Но не об этом-то нам молиться. Просто взять и просто всю свою жизнь молиться об одной вещи. Боже, дай мне пережить эту милость от Тебя. Дай мне вот это понять и пережить сердцем, что такое незаслуженная милость. И это единственное и самое главное приобретение в твоей жизни в итоге и окажется. Потому что получится, вот как мы читали, да, что мы много строим, да, много делаем, но все проверяется потом. Каким образом это тоже происходит? Вот я, например, священник. Каждое воскресенье я провожу богослужение. Я размышляю о том, о чем мне надо проповедовать, говоря вам и назидая тем самым себя. Но наступит время, когда мои слова проверятся. И когда Бог проверит, насколько ты, Андрей, говорил то, что в тебе это есть на самом деле. Когда ты говоришь о любви, придут времена страданий. И ты можешь сразу отвернуться, если этой любви нет. Когда ты будешь говорить о милосердии, то придет момент, и кто-то будет нуждаться в твоей милости. И проверится, насколько вот это милосердие есть в тебе. И все это проверяется. Но если этого нету во мне, я могу всю свою жизнь говорить о том, что Бог любит нас, Бог умер за нас, Но если во мне это нету, я в итоге приду к заключению своей жизни. И окажется, что то, что ты говорил, это было внешнее. Внутри тебя ничего не было этого. Ты умел красиво говорить. Ты умел как-то своим видом, потому что природа тебе дала вот эту способность болтать. Что внутри поменялось? В тебе самом. Ничего. Вот почему я считаю, что самое главное для человека, и это очень хорошая тема, что надо пережить состояние грешника, который пришел к осознанию, что есть милость. И эта милость дарована тебе. И это, еще раз повторю, будет единственное и самое главное приобретение в твоей жизни. И потом, если это есть в тебе, то мир увидит, что в тебе вера, она взаправду. Я могу себе в укор сказать. Я много говорю о том, что Бог любит нас.
Но у меня есть враги. Вот правда у меня есть враги. Буквально вчера. И позавчера, и позапозавчера. Я взял одного человека и, ну, чуть ли не матюгал. Потому что он такой вот плохо со мной поступает. И я вот такой вот. Но если во мне происходит вот это, знаете, вот этот грешный человек, он внутри меня, да, духовный грешный человек, он вдруг понял, что да, единственное, где для меня есть помощь, защита, единственное, что для меня нужно, это Христос, придя туда, я повторюсь, мир начнет видеть, что да, оно есть в тебе. Вернусь к тому примеру, который я сказал. Вот эта девушка Ирина, по ней было видно, по ее поступкам, что она на самом деле любит людей. Она весь лагерь с этим человеком щебетала и говорила там, и для нее не было важным, какой он там, грязный, беззубый, там, не знаю, какой там, весь побитый, потому что бухаешь постоянно там. Она с ним разговаривала на равных. И это был показатель, что внутри нее есть любовь к людям. И было видно, что во мне этого нету, что во мне озлобленность. Потому что я сразу сказал, да, наверное, этого вшивого нельзя сюда пускать. Пусть он в Оланец едет, давай его покормим, пусть он отсюда идет. Мы можем в своей жизни проверять себя каждый раз, насколько вот этого Бога, нашей веры в нас много. Когда мы говорим не сквернословить, но выйдя за ворота богослужения, да, мы кого-нибудь матюгаем и прочее, значит, где-то ты врешь. Или ты очень невнимательный, и дьявол совершает уже свою работу в твоей душе. Вот о чем мы с вами, если в нас есть хоть чуть-чуть вот этого осознания, что Христос – это единственное спасение для нас, вот о чем мы должны молиться. Дай Боже каждый новый день переживать мне состояние грешника, получившего милость. Звучит красиво, да, но пережить, наверное, еще красивее. Для души человека. Хотел бы задать вопрос. Это понятная тема? Да, для размышления? Это хорошо. И знаете, еще немножко вашего времени. И как сказал Салтыаря, что Бог всю нашу жизнь совершает вот эту работу с нами. Конечно, мы не становимся, знаете, в одно мгновение становимся какими-то особенными. Но мы живем с вами, знаете, наша жизнь, она учеба. Как я вам сказал, да, про мое сквернословие или там про мое там осуждение. Я понимаю, что это не так, и что нельзя так делать, что это неправильно для священника, неправильно просто для человека, говорящего, что да, я верю, что Христос за меня умирал. Это показатель того, что в тебе, Андрей, есть фарисейство. Ты играешь, что ли, на публику тогда получается. Но это не предел, это не конец всего, это не приговор. Каждый новый день мы можем учиться. Учиться снова и снова. И Бог через нашу жизнь, через наши примеры показывает, что вот это можно удалить из тебя, вот это убрать. И он потихоньку, знаете, наша душа такой, как захламленный чердак. И он удаляет потихоньку это. Да? Вот таким вот. И делает вот это, эту работу с нами. Но, как любой дом, да, он имеет основание. Основание – это Христос. И если оно есть в нас, то слава Богу, что мы снова и снова каждый раз можем пробовать и учиться. Читаем в Слове «Будьте милосердны», пробуйте быть милосердными, потому что это угодно Богу. Бог говорит «возлюби ближнего», то, наверное, полезнее для души пробовать совершать вот эти действия любви по отношению к тем, кто нас окружает, нежели отворачиваться, и потому что мы так считаем, и не делать этого. И этому мы можем учиться и должны учиться каждый день, если в нас уже есть это основание Христос. Потому что, тоже вернусь к такому началу, что Бог приводит нас в веру, не мы. Не как Петр сказал, мы оставили все ради тебя. Это не ты оставил ради меня. Это я вложил в тебя вот это осознание, что Бог есть. И что вот это есть реальное существование Бога.
что есть вот эта смерть Христа ради тебя. Если это основание есть, то дальше строй. Строй на этом основании вот это Царство Божие в тебе. Не твою религиозность, не надо. Наверное, поверьте, если иконки в машине не будет, это не говорит, что ты как только снял, выехал, бжж, и все, и сразу в аварию. Если крестика на шее нет, это не говорит о том, что все, ты проклят Богом, и мир просто ждет тебя, когда ты выйдешь из дома, чтобы... или даже в доме. Бог меньше всего хочет, чтобы мы строили в себе вот это, вот эту религиозность. Он хочет, чтобы мы были подобны этой Марии. Не по делам, конечно, а по ее состоянию, когда она сидела рядом со Христом. И Он был единственным нужен ей. Слава Богу за Его такое отношение по отношению к нам. Хотелось бы сказать такую маленькую ремарку к проповеди, что может показаться, что верующие люди по проповеди, а, это такой человек, который постоянно убит грехом, знаете, такой. О, я плохой, о, там. Но если мы так поняли, то это неправильно. Я думаю, что когда Мария сидела у ног Христа, для нее это было не состояние убитого грехом человека. Это было состояние радости. У моего хорошего друга в интернете написана такая фраза, которая мне невероятно понравилась. «Спасибо тебе, Боже, за все хорошее». И на самом деле, переживающий момент милости грешник, он находится в состоянии радости. Это не так, когда человек такой, знаете, прибитый грехом, все, пойти наложить на себя руки. Нет, я знаю, что я грешный, я знаю. Я знаю, что во мне куча пороков. Но я знаю о том, что Бог об этом знает. И это не сокрыто перед Ним. И я радуюсь тому, что при всех моих грехах Бог все-таки по отношению ко мне милостлив. Вот с этим моментом надо жить. Вот таким грешником надо быть. Но очень людям иногда в этом мире очень выгодно, особенно дьяволу. Он тебя затыкает этим грехом. Давай, ты такой. И ты потом уже от того, что ты веришь, ты уже просто не рад. Вот так вот хочется лечь, уснуть и никогда не просыпаться. Нет. Будьте такими осознающими грех, но знающими о том, что и Бог об этом знает. Второй момент. У нашего друга день рождения сегодня. Алексей, мы тебе приготовили подарок. Ни за что не догадайтесь, что какой самый актуальный подарок этой зимой. Алексей, идите сюда, пожалуйста. Это вот что, это носки, Алексей. Самый полезный и актуальный подарок. Были бы варежки и шарфик, точно подарили. Леш, спасибо тебе за работу, на самом деле. Благодарю Бога, что когда-то я, ну честно тебе говорю, был момент, что мы даже как-то поссорились, но вот видите, Бог все-таки вернул. Слушай, с днем рождения тебя, брат. Если что, заходите. Конечно, с удовольствием. Давайте мы встанем, поаплодируем. Хорошая традиция. Леша, тебе с днем рождения. Ну, а всем хорошей, доброй недели. Всего доброго.